Париже тоже, да, выступали, когда была, ну, не пример, а в принципе же балет писался именно, ну, то есть оставился именно вот в том году, да, в 11-м, по-моему, и тоже вот как бы, да, была такая Москва-Париж. Большая, да, год, по-моему, да, да. Франция в России. Я помню, что этот балет прям провел такую проверку и французским зрителям, что очень было ответственно, очень важно для нас, потому что французская история, и как именно французы воспримет, как русская душа играет французскую. И очень, как вас приняли? Очень тепло, особенно вот в Париже, мы танцевали в театре Шан-Элизе, это был такой момент, очень тоже ответственно, нам даже утром для театра сделали экскурсию в дом Родена, хотя был выходной, но специальный директор музея нам провел личную экскурсию, вдохновил нас на то, что мы показали спектакль еще более ярко. Немного о роли, да, если можно, кстати. Ну, роль — это историческая личность, действительно, для Франции это национальный герой. Поэтому очень тщательно надо подходить к проживанию этой партии. Роден не любил фальши в своих скульптурах, в своих произведениях. Поэтому на сцене тоже не хочется поменьше показывать фальши, и что же требует больше натуральности. Поэтому даже походка, это не походка балетного артиста, а именно такого массивного скульптора. Ну, немножко украшено, что все-таки танцуем какое-то состояние, духовное. Но он был эгоцентриком все-таки. Согласен с вами. Вот, поэтому он много брал, очень, особенно от своей музы, Камилы Клодель, которая пострадала из-за этого. Но благодаря этому сотрудничеству появились такие гениальные произведения, как «Вечная весна», «Поцелуй». Но это вне понимания, да, обывателя? Извините, что... Вне понимания обывателя, по-любому. Такие творческие люди, они не могут быть. Я думаю, что как бы все равно зритель, он увидит какие-то моменты более человечные, то есть близкие им, что также Роден был сомневающийся человеком, особенно при работе. Также боялся подходить, наверное, к новым каким-то новым работам, поэтому тоже у нас все это показано, что, вот, что ему присущи, даже гению присущи вот это сомнение. Ваша трактовка какая-то, вот линия какая-то все-таки своя есть? Но, то есть балетмейстер ваш разрешает в этом плане привнести просто, свое? Просто балет наполнен множеством нюансов, деталей, от которых, вот, к сожалению, наверное, может быть, и хотел, чтобы это было все консервировано, но волей-неволей что-то там ты дополняешь. И, может быть, настроение сегодня такое, вдохновился Ереваном, по-другому станцевал. Поэтому здесь волей-неволей. То есть я даже, может быть, сам не замечаю, но какие-то нюансы они украшают. И в этом как-то прелесть вашего спектакля. Если вам предложили бы ставить спектакль в эти дни, когда в каждом уголку мира война идет, что бы вы выбрали в тему и что бы вы хотели сказать миру? Какую тему? Мне кажется, вот спектакль Родена очень хорошо отвлекает зрителя от каких-то вот этих действительно стрессовых ситуаций, погружает зрителя в другую вообще эпоху, эпоху Франции, импрессионизма, и благодаря музыке здесь очень замечательная, гениальная музыка подобрана. Это и Сен-Сан, и Клод Дебюсси, Равель, Массене. Поэтому это вот эти два часа, я думаю, что хоть на какой-то такой период зритель может полностью отключиться от новостей, от переживаний, стресса, и уже переживать именно героем, каким-то эмоциональным, больше даже любовным каким-то переживанием. А может, да, еще или есть вопрос? Да, да, конечно. Мне просто интересно, что в характере Родена того, что он сложнее всего. Ну, очень сложно было действительно найти какую-то вот эту вот монументальность его, даже кисти. Глыба, да? Глыба. Как вот почувствовать
вот эту вот, знаете, такую вот скульптурную вот мощь. Поэтому у нас очень много сцен, где я как бы вылепливаю из балетных тел какие-то скульптуры. И тоже показать это настолько натурально, что как будто бы не тело, а именно передо мной глина. Это было очень так непросто найти именно пластическое решение. Но эмоционально все балеты Эйхмана, они вот в таких пиковых каких-то горках. Поэтому здесь я уже как бы настроен, что будет тяжело эмоционально. А вот именно найти какие-то детали, вот, которые присущи именно гениальному скульптору, это было сложнее. А вы впервые в Ереване, в какие впечатления из Армении и вообще что ожидаете от армянской публики? Наверное, не впервые, нет, Анна Каренина. Я во второй раз, да, я выступал здесь в оперном вашем театре, балет Анна Каренина. Я помню, что очень теплый прием. Я помню это гостеприимство, это вот радушие, и поэтому я уверен, что публика также примет и этот спектакль. И по поводу сцены. У нас есть оперный театр, и интересно, вот насколько это балетная сцена. Мы сейчас провели репетицию здесь, мне очень нравится комфортная сцена, она очень глубокая, что тоже приятно, что вроде драматический театр, но вот это есть какое-то пространство между зрителем и аурой сцены. Поэтому... Тем более, что вам есть с чем сравнивать. Ну да, да. А в сравнении? В сравнении с оперной сценой нашей. Я не помню про эту сцену. Я помню, что он просто более массивный, наверное, более масштабный. Но нам очень комфортно было. А вы вернетесь? Это все, наверное, зависит от организатора. Мы с огромным удовольствием. Вы любили, да? Мы влюблены, все солнечные Ереван. Еду вашу, вкусное вино, гранаты. Ну, если это говорит Валерон, что в еду влюблены, это уже что-то значит. Нам здесь предупредили, что будьте аккуратны, гости у нас набирают 3-4 килограмма. Но для Родена, мне кажется, еще можно добавить обширно. А сколько килокалорий вы теряете после спектакля? Считали, но это много. Я думаю, что еда вас восполнит. Удачи вам. Спасибо большое вам. Спасибо.